Спикер парламента Зинаида Гречан сегодня поблагодарила депутатов за сотрудничество и пожелала будущим законодателям успехов в работе на благо страны. Парламент провел 76 заседаний, на которых приняли более 500 нормативных актов. И впервые в истории страны законодательный орган объявил в стране чрезвычайное положение из-за пандемии. В сотрудничестве с правительством были предприняты решительные действия по борьбе с пандемией, по защите жизни людей и поддержанию жизнеспособности системы здравоохранения, а также по адаптации всех сфер деятельности к новым реалиям. «Хочу поблагодарить и депутатов, и членов правительства за поддержку и титанический труд», говорится в заявлении спикера. Символичным документом, принятым 10-м законодательным собранием, является декларация о признании Молдовы захваченным государством, благодаря которой был положен конец олигархическому режиму. Спикер выразила надежду, что этот пример оградит нашу страну от любых попыток установления диктатуры. Гречан призвала новых депутатов поставить во главу угла интересы нашей страны и ее граждан и осознать, какая ответственность ляжет на них и членов будущего Кабмина. В заключение спикер призвала новоизбранных депутатов прислушиваться к людям, чтобы не разочаровывать избирателей.